Региональный координатор партийного проекта «Единая страна. Доступная среда», паралимпийский чемпион, рекордсмен мира по стрельбе из лука Михаил Диктованный провел урок доброты в Одинцовском техникуме. Спортсмен рассказал студентам о своем участии в соревнованиях и поделился жизненным опытом. Ребята смогли задать все интересующие вопросы. Своим выдающимся примером Михаил показывает, что даже имея меньше физических возможностей, можно достигать огромных высот и результатов, отметил исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Белоусова.